Волощук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-н-ролл. Волощук СД. Всем привет. И темные силы имеют право на жизнь. Они даже нас об этом и не спрашивают, а просто живут рядом с нами и влияют на наши судьбы. Без них мы бы и не узнали, что есть силы светлые. Поэтому почему бы их не уважить и не поздравить с этим праздником, с днем Хэллоуина? И, конечно же, показать, что мы их совершенно не боимся, и поэтому в этот день веселимся и прикалываемся. Неплохой повод посмотреть на наш привычный белый мир со стороны мира темного. Иногда это очень полезно, другими глазами на себя посмотреть. По-другому все понимать начинаешь. Поэтому с праздником всех вас, дорогие мои подписчики, с Хэллоуином! Волощук СД пишет вам эссе, жизнь и рок-н-ролл. Волощук СД.